Согласитесь, что покупные дезодоранты не всегда оправдывают наши ожидания. Более того, антиперспиранты содержат вещество, которое закупоривает потовые железы, нарушая их нормальное функционирование. Но без этого косметического средства в современном мире не обойтись. Как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. В этом видео вы узнаете отличный рецепт натурального дезодоранта. Приготовив такой, вы уже не захотите возвращаться к покупным средствам. От него даже не остается пятен на одежде. Тебе понадобится 25 грамм соды, 15 грамм кукурузного крахмала, 30 грамм кокосового масла, эфирные масла. Сперва смешай нужное количество соды с крахмалом. Сода издавна считалась лучшим средством для борьбы с запахом пота, ведь она создает щелочную среду, которая уничтожает бактерии. Крахмал быстро впитывает влагу, поэтому подмышки всегда будут сухими. Добавь кокосовое масло. Оно плавится при 24 градусах, поэтому при нанесении на кожу дезодорант будет слегка таять и хорошо скользить. Можно также добавить пару капель любимого эфирного масла. Только помни, что этот запах ты будешь чувствовать весь день, поэтому выбери приятный для себя аромат. Помести получившуюся массу в емкость для дезодоранта. Хорошо утрамбуй. Это средство следует хранить в холодильнике. Дезодорант, сделанный своими руками, безвреден и не нарушает естественные процессы в организме. Разумеется, к нему нужно привыкнуть, но результат тебя приятно удивит. При правильном использовании такой дезодорант очень экономичен, а его эффективность ты можешь проверить уже прямо сейчас. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.